час настал, час торжества и общего веселья. Каждый год на этой сцене поют, танцуют, играют сказки и снимают фильмы. И все это, Ваше Величество, Ваша честь. Я благодарна вам за это, друзья мои, и хочу пожелать вам успеха в вашем творчестве. Пусть захватывает у зрителей дух от сияния ваших улыбок и глаз. Пусть бьется сердце от красоты ваших танцев и песен. Они благодарят вас, Ваше Величество, за то, что вы просили нас своим присутствием. Спасибо, спасибо. Но я не могу долго оставаться. Уж очень много хлопот занимают мне новогодние праздники. Но у меня для вас есть новогодний подарок. Я принесла вам серебряные розы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие друзья! И наши уважаемые члены жюри, мы рады вас приветствовать на торжественном открытии фестиваля искусств «Снежная королева». Таланты, ведь каждый талантлив по-своему. Мне очень приятно, что я нахожусь в школе, в которой... которая названа в честь Лукоморья. Мне сразу вспоминается Александр Сергеевич. У Лукоморья... дул зеленый! Золотая цепь! И днем, и ночью, кот ученый, все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Сказку. Три девицы под окном. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Продолжение вы увидите в исполнении 9-Д класса. Три девицы под окном новогодним вечерком разговорчики вели и обсуждали, что могли. Если б я была актрисы, то стихи всем рассказывала бы. Дискотеки днем и ночью зажигали. Это точно! Если б я была певицей, всех известней я была, модниц за собой вела. Если б я была звездой, освещала все светлицы, лица, горы и моря. Жизнь веселой бы была, только вымолвить успела. Дверь тихонько заскрипела, и мороз заходит царь. Зимней тропки государь. Ух, девицы так девицы, настоящие царицы. Молоды чудесны, очень интересны. Новый год наступает, и все желания исполняют. С наступающим Новым годом! А теперь небольшая реклама выступлению следующих наших участников. Дуэт «Братья Снеговики». Синема, синема, синема! От тебя я без ума. Синема, синема, синема. От тебя я без ума. Дуэт немного учился. Может быть, квартир? Да, квартет тоже не получился. Ну, а в соло я петь не буду. Поэтому я приглашаю на эту сцену 9-й Г-класс с выступлением на тему «Все, что осталось за кадром, ирония судьбы или с легким паром». Каждый Новый год мы смотрим один и тот же фильм. А как известно, на каждый фильм должен быть снят хороший ремейк. И чем больше, тем лучше. Мы покажем вам этот увлекательный процесс. Все по местам. Мотор, начали. Ирония судьбы или с легким паром 3. Дубль 101. Что вы тут делаете? Немедленно вставайте. Отстаньте, я спать хочу. Ах так? Да.
где мой польский гарнитур? Тыди. На, Денька. Это Ипполит. Да лезь ты под кровать! Да не ты, он лезь! Что за бездарная игра? Девять просечет, от вас требуется трагизм. Больше эмоций, больше чувств. Все по местам, заново мотор начали. Печальная ирония судьбы. Дубль 102. Что вы тут делаете? Да что вы меня толкаете, я спать хочу. Где мой польский гарнитур? Иди, наденька. Остановите это безобразие. Что за слезоразлив? Что вы люди распустили? Вы понимаете, мы снимаем комедию. Понимаете, комедию. Снеговик молодец. Все по местам, мотор начали. Веселая ирония судьбы. Думай, что третий. Вы кто? Дед. Стоп, что за бездарная игра? За что я вам плачу гонорары? Я мастер ужаса, гений хоррора. Намек ясен. Елка, молодец. Все заново, по местам, мотор начали. Ирония судьбы! Дубль 104. Дубль! Что вы тут делаете? Оставьте меня в покое. Куда вы дели мой польский гарнитур? Динди! Ипполит! Нет! Ипполит! Стоп! Уже неплохо. Видимо, вы уже устали, да и я тоже, поэтому снимаем следующую сценку. Выходят Наденька и ее подруги и поют песню. Тихо рискую в состав отправиться. Вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, платочки белые. Платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящие. Промают прошлое и настоящее. На грусти короба пусть удивляются. С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я. С кем распрощалась я, вас не касается. Открой душу мне, матрос, тельняшечки. Как тяжело на свете жить, тельняшечки. Сойдет на станции и распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Вагончик тронется, а он останется. На тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, перрон останется. Длина пикничная, счастлива вставлена. Ладошки белые, ладошки белые, ладошки белые. Ладошки белые, глаза печальные. Стоп, снято, молодцы! Сейчас для вас ученица 5 Д класса Орешкина Алина прочитает стихотворение Федора Достоевского «Божий дар». Федор Достоевский, Божий дар. Крошку ангела сочинит, Бог на землю посылает. Как пойдешь ты через ельник, он с улыбкой сказал. Елку срубишь, и малютки, самый добрый на земле, самый ласковый и чуткий. Дай-ка память твою. И смутился ангел крошка. Ну кому же мне отдать? Как узнать? На ком из это будет Божья благодать? Сам видишь, Бог ответил. И небесный гость пошел. Месяц того, что путь был светел. И в огромный город вел. Всюду праздничные речи. Всюду счастье деток ждет. Скинув юбочку на плечи, ангел с радостью идет. Загляните в окна сами, там большое торжество. Елки светятся огнями, как бывает Рождество. И из дома в дом поспешно ангел стал переходить, чтоб узнать, кому он должен елку Божию подарить. И прекрасных, и послушных много видел он детей. Все
Божьи юбки, все забыв, тянулись к ней. Кто кричит, я в юбке стою, кто корит за то и вон, не сравнишь ты со мной, я добрее твоего. Нет, я елочки достойна и достойнее других. Ангел слушает спокойно, озирая с грустью ее. Все кичатся друг перед другом, каждый хвалит сам себя, на соперника с испугом или завистью глядя. И на улицу понурясь, ангел вышел. Боже мой, научи, кому бы мог я дар отдать бесценный твой. И на улице встречает ангел крошку. Он стоит, елку Божью озирает, и восторгом взор горит. Елка, елочка захлопал он в ладоши. Жаль, что я этой елки недостоин, и она не для меня. Но снеси ее сестренке, что лежит у нас больная, и сделай ей такую радость, стоит елочке она. Пусть не плачется напрасно, мальчик ангелу шепнул. И с улыбкой ангел ясный елку к крошке протянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались, и, сверкая изумрудом, ветви елочки впились. Елка искрится и блещет, ей небесный символ дан, и восторженно трепещет изумленный мальчуган. И любовь, узнав такую, ангел тронут до слез Богу весточку благую, как бесценный дар принес. Шаги я слышу. Наконец-то дома. Жена моя и сварит мне обед. Я голоден чертовски, Дездемона. Отелло, у меня обеда нет. Мне право не до шуток, дорогая. Наш холодильник пуст уже давно. От голода я просто умираю. Ну, я работала, а не была в кино. Что в сумке у тебя? Опять тетрадки? Ты принесла домой. О, горе мне! С твоими нервами смотрю, не все в порядке. Ты даже вскрикивал уже во сне. Послушай, Дездемона, в самом деле, неплохо бы перекусить сейчас. Отелло, мы уже сегодня ели. И даже вредно есть столь поздний час. Но если очень хочешь, можешь, милый, пожарить яичницу, но только сам. Прошу, не отвлекай меня, любимый. Есть три яйца, и хватит нам. Какие три? Два съел еще вчера я. Ну, хорошо, пожарь еще одно. Но холодильник пуст. Ну, я не знаю, куда могло исчезнуть вдруг оно. Послушай, есть у меня работа, но мне от голода на ум ничто не идет. Ах, милый, ну придумай право что-то, и голод твой пройдет. Неутолим мой голод. Послушай, так трудно в магазин тебе сходить.
зайду в конце недели. Но ты бы сам мог что-нибудь купить. Ты мне мешаешь, милый, между прочим. Так мало времени осталось, дорогой. Дежурить в школе буду я до ночи. На дискотеке класс гуляет мой. Какая дискотека? Что за шутки? Вот-вот семья разрушится у нас. Ах, знаешь, не осталось ни минутки. Уже поди, ждет меня мой класс. Как черт от ладана сбегаешь ты из дома. Тебе важнее любовь. Тебе важнее любовь, а не семья. Молилась ли ты на ночь без демона? Умри, несчастная, умри, любовь моя. Поэтому мы ждем вас снова завтра.